Ya ben ananı sikiyim tamam. Şimdi nasıl başım разговаривать? До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Попить пидор хуй соси. Уйо-о-о-обок. Ну что еще? Блядь, окей. Я не знаю, бежать или нет. Стены трясутся, бьется стекло. Попича в симулятор ДНР занесло. Крики, убийства, жопа в траве. Это все что то, это? Что так нравится мне. Спасибо, канадец. За счастье для всех. Попич на войне. Это успех. Бомбит у салак. Они ссутся в углу. Попич в топ стае. Это 7 год меньше, чем 3. Сейчас меня по-любому уже перестреляют. Я постоянно в каком-то дерьме. Постоянно в хуевой позиции какие-то оказываюсь. Ну что еще? Бля, что за хуйня? Я не могу так... Я не понимаю ничего, что происходит. Хех, здорово. Слушай, Попича, ты играешь за тёлку только потому, что ты в душе тоже тёлка и хочешь, чтобы какой-нибудь дядя Богдан вставил в твой разорванный пердак ключ на 9? Можешь... Жесть. Ну хоть двухэтажная. Бля... Падай! Ну что ещё? Почему я могу спрыгнуть? Отрезать парашют. Работяги, можете поздравить, вчера я Попича снашал. ПЗДЦ, у него жопа разъебанная. Да, он все на вазеле не экономит. Аскетыч сраный. Охуенно иметь половину донатеров, которым по 12 лет. Не жалеют спиздить у мамы 200 рублей с кошелька, чтобы эту хуйню послать. Seems good. Как говорится, плюс 200, минус 200. Ну что еще? Бежит твоя мати. Бежит до могили. Тому еще Виталий не дозволив ей жить. Бежить, спотик ница. Бежит. Что за хуйня? Паде. Тому еще почуяла Виталия амбре. Бежит изгадая Виталия селфи. Як побачила вон Йова в туалете. Бавин был в качок, щетой турникмен. Иван Глаченках у. Что за хуйня? Чё несет? Блять. Ну что еще? Нет машины? Виталя, здравствуй. Люблю твои стримы. У тебя лучший контент на Твиче. Спасибо, что ты есть. У меня одна небольшая просьба. Я вот уже 15 минут дрочу и не могу кончить. Бля, там приземлился челик. Жопку и помюкать немного. Работяги плюс в чат. Если хотите, чтобы попить помилу, а пока от жопы я уже проплатил. Ты проплатил, Рай, чтобы пока жопы своей матери. У нас 200 рублей показывает всем подряд. Это да. Бля, я даже не нашел. Ну что еще? Бронежилета. Ёбаный пиздец. Привет, Батиславский. Решил я найти себе шкуру в приложении Тиндер и создал фейк аккаунт. Где мой, блядь, грузовик? В ванной и торговом центре. Думал, с такими фотками все будут шкуры моими. Но вместо этого ко мне начали добавляться и писали, что хотят выебать меня в жопу. Спасибо, удружил. Ты долбоеб, блядь. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.